пневматики EDC ножей. Есть вот такая вот самоделка, сделанная на заводе Октябрьской революции в городе Луганске мастерами. В принципе, ножик, который зарекомендовал себя очень хорошо в качестве EDC, применялся еще моими родителями. Здесь есть открывашка для бутылок пивных. Старый советский ножичек. Востребованный был в свое время. Красивый. Накладки здесь из эбонитовой вставки. Такой под птичку сделано. В принципе, сталь нержавейка, мягкая, точится легко, заточку держит нормально, как АУС-8 приблизительно. Сталь полностью всем удовлетворяет потребностям.